Добрый день, дорогие друзья. В очередной раз выбрался на рыбалку. Но вот пока ехал, как-то, знаете, случайно сам придумался слоган данной рыбалки. А слоганом будет сегодняшней рыбалки: «Вспоминая прошлое, смотрим в будущее». Почему, сейчас объясню. Из разряда «Вспоминая прошлое» я сегодня буду ловить своим бланком этот тикт IceCube 69 пешка до 7 грамм. Это старший брат, всем известный 69F, но бланк этот с хард-сольдовой вклейкой и по головлю, ну, чаще я его использую, конечно же, в джиге в городе, но по головлю он также хорошо работает. Во всяком случае, вот прошлый год, крайний раз, когда я его брал в руки, это было на Волге. И этот бланк доставляет такие безумные ощущения на вываживание, удовольствие на поклевке, что я решил вспомнить. Это как раз экскурс в прошлое. Поставил сюда Лувиаса 2500, шнурочек Дайва Маритан 06 по Японии, ну и флюорокарбоновый поводок. А вот почему я сказал, глядя в будущее, сейчас расскажу. За зиму я приобрел достаточно большое количество новинок для себя. Ну вот начнем, пробежимся быстренько по новинкам в миношках. Это Смит Компакт, да, Смит Де Компакт, Спирхет Риуки вот в таком темном цвете. Из дешевых я прикупил себе этот Суёки Ривол, но на самом деле вот я уже его дома проверял, смотрел, реально копия Риджа 35-го, хочется его тоже разловить, попробовать. Ну и известный всем, я думаю, это Ридж 46-й, но в исполнении МР. И по кренкам есть новиночки. Ну как новинки? Они новинки у меня в коробке. Так, они достаточно же известны многим, большинство данных кренков. То есть это Дайва Пресса, Дайва Хейс, Джакал Паникра. Все это в диповом исполнении. Но есть и новинки, которых на самом деле на обзорах очень мало. И отзывов по ним, соответственно, тоже очень мало. И одна из таких новинок, это вот она, это Джексон Пигми, он как-то так называется. Затем это Норрис Мид, заглубление у него очень большое. И, по-моему, это Текл Хаус, ну, сейчас уже не помню. Все они в диповом исполнении. И это будет взгляд в будущее. И если вы этот монолог видите, слышите, значит, рыбалка все-таки удалась. Да, уровень Дона уже прям существенно упал, практически в летнем уровне стоит. Ну и, соответственно, как бы течка уменьшилась, и количество грязи вот это всего увеличилось. Так, ну, начинать я буду с бюджетной приманки. Хочется мне ее тоже разловить. Ну, постараемся. Суёки Ривол 35-й. Будем стараться разлавливать новинки. И вот, кстати, по дальности заброс. Блин, да, мой Сент-Крой 66-й, который чуть короче получается, не уступает дальности забросу. По забросу вот тикт. Хотя тикт на самом деле очень классно бросает. Он очень далеко бросает, прогружается, несмотря на то, что этот бланк на потрях выглядит очень злым. Но игра чувствуется, прям вибрирует игра. Блин, возможно, даже поклевочка была. Так, чуть подзатянуть фрикциончик. Еще одна из причин, что я решил все-таки выбраться. Хочу вот именно проверить, имеет ли смысл летом приезжать очень рано. Потому что я сегодня вышел на воду. Есть! Вот! Есть, 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 есть. Пожалуйста, ребят. Буквально на третьем заброс, на четвертом, наверное. Ривол разловлен. Да, он, судя по всему, небольшой голавлик. Но тем не менее, да, маленький голавлик. На 35-го ривола.
Блин, и бланк мне нравится. Вот чем мне нравится бланк, видите? Он вроде маленький голубь, но бланк включается весь. И вот вам, пожалуйста. Ривел 35-й разловлен. Так, и как я и говорил, голавликом, ребята, свободу всегда, тем более таким маленьким. Пока-пока. Класс, ребят. Все-таки, значит, ривел — это рабочая тема. И как заменитель риджа 35-го, а он получается, ну, раза в 4, наверное, сейчас дешевле, чем ридж 35-й, имеет право на существование данная приманка. Да, и ощущение, конечно... Экскурс в прошлое, на самом деле, проходит очень даже удачно. Бланк, я уже, да, я его периодически беру летом половить, но это раньше брал. И чаще всего он мне использовался при ловле на джих, то есть ультралайт джих. Джих граммов до 5, плюс приманочка. Потому что перегружать данный бланк абсолютно не хочется. Так, ребята, есть и ривл. Во второй расцветке тоже разловлен. Буквально еще минут 5. И он тоже разловлен. То есть ривол реально рабочий тем. И с таким тут уже более жесткий такой удар был. И голавлик, судя по всему, покрупнее. Да. Да. Голавлик, ребят, существенно покрупнее. Тут уже в районе 500 грамм точно голавлик. Так что, ребят, теперь будем однозначно снимать ривола. Рабочая тема. Так, здесь все-таки два тройничка берем. Грипом его сразу же, ребят, чтобы он не дернулся, не утопил он спиннинг. Скидываем дужку. Класс, ребят. Все-таки довольная всеми своими комплектами, включая даже мясорубочными. Хороший голавль, очень хороший. Да, крючки хорошие здесь. Кстати, вот он. Вот такой вот, ребят, ривол сработал. И вот он голавлик. И голавлю. Свобода. Беги. Он убежал. Пока-пока, класс. То есть ривол на самом деле рабочая тема. На струе, вот на мощной струе, его не выдавливает. Крючки мощнее, чем у оригинала. Чем у риджа 35-го. Очень даже рабочая тема. И скажу даже больше. Чем мне Цуюки нравятся, у них расцветок намного больше, чем у оригинала. Разлавливать будем теперь вот такого вот красавчика. Это Смит Декомпакт. Ну и вот Декомпакта тоже не выдавливает из струи. Чувствуется, он работает, полноценно работает, как и должен быть. Да, ребята, и на Смита Декомпакта тоже была поклевка сейчас, чем на вымке. Чуть-чуть я его подержал, естественно, камера не успела включить. Но, тем не менее, значит, и Смит тоже рабочая тема. Но я еще чем радуюсь, это тому, что все-таки получается мой опыт, мои... скажем так, моя интуиция по тем приманкам, которые должны работать, она работает. Значит, все-таки я приобретаю действительно приманки уже те, которые работают, рабочие. Вот он, прям, пожалуйста, ребят, на камеру. Как я вам и говорил, все-таки Смит тоже, это я верил, знал, что эта приманка должна работать. Вот она, пожалуйста, приносит нам третьего голавля. То есть третья приманка. Третий голавль. Да, он опять-таки небольшой. То есть голавлик чуть получается. И он, видите, Смит. Аккуратненько вынимаем. Сейчас я вам постараюсь покрупнее показать. Потому что на предыдущей проводке тоже была поклевка. Вот, смотрите. Видите, на крючке чешуйка. Ну да, примерно, наверное, такого же голавлика. Так, и голавля отпускаем. Все, убежал. Класс, ребят. Отцепляйся. Вот такой вот. Сперхет Риуки. Тоже под форельку. Но видите, с подогруженными. Это родные его крючки, подогруженные. Одинаренки стоят. Да, ребят, на сперхет Риуки не захотел реагировать. Но он все-таки черный цвет. А это вот то, что я в начале видео вам не показал. Но он там лежал. Это рапала.
35 размер, а весит он 4 грамма. То есть у него будет очень хорошее полетное качество. Летит шикарно, не хуже, чем Риуки. Хотя Риуки, вот я не помню, какой вес, но он потяжелее. Но Риуки, по-моему, 45-й у меня был, а это 35-й. Еще раз говорю, для своего размера масса просто шикарнейшая. Да, ребят, вот только выключил камеру, решил подняться чуть повыше. И на первом же забросе поклевка. Да, он не крупный, но тем не менее рапала также разловлена. Так, и сейчас бы... И гляньте, как он его в топку прям съел. Очень, посмотрите, прям очень агрессивно его съел. Вон, видите, прям в самую топку заглотил. Здесь сейчас постараемся аккуратненько его вытащить, чтобы не травмировать рыбку. Но два тройника, вот он, рапал. 35 размер, а вес 4 грамма. Вообще класс, очень классный воблерок. Я в него верил. То есть пока что практически все мои новинки разловлены. То, что я приобретал за зиму. Так, ну и головлю, конечно же, свобода. Да, он мелкий, грамм 300. Но, тем не менее, он тоже есть. Все, беги. Пока-пока. Убежал. Блин, поклевка была. Явная поклевка. Только вот он на одно тык-тык. Но как-то удивительно не зацепился. Чем я люблю рыбалку? Потому что все время постоянно приходится подбирать ключик под рыбку. А с головлем это еще более показательно. Потому что вот он может час ловиться на минохе, потом ему вынь положь, дай колебалку. А потом он может на кренке начать ловиться. То есть под головле постоянно приходится подбирать ключик. И этим мне эта рыбалка очень нравится. Вот он, пожалуйста, вот он, круги. Он и рядышком, прям буквально под ногами. Это вот то, о чем я говорил. То есть головль, когда вы ловите с берега на малых реках, да, вам приходится постоянно прятаться, чтобы головль вас не увидел. Но на большой реке... Вот он есть с поклевочкой. Но на большой реке, ребят, это правило не действует. Если вы стоите в воде, головль вас абсолютно не боится. Да, опять-таки не крупный, но, к сожалению, ребят, аккумулятор разрядился. Я его забыл поставить зарядиться, который стоял у меня именно в камере. Но я вам специально распустил фрикциончик, чтобы показать вам, что именно еще один головль пойман. Вот он. На тот же самый воблерок. То есть рапала в 35 размере, вес 4 грамма. Название сейчас, к сожалению, не помню. Сейчас отпустим головлик. Я стараюсь прочитать то, что там внизу написано. Так. Мы его даже теперь уже вынимать не будем, потому что головлик не крупный. То есть также вот спокойненько берем. Переворачиваем и отпускаем. Класс, ребят. То есть вот он, этот воблерок. Рапала. Ну что-то там элит, что-то 35. Вот что он работает. Ну вот что минухи я все разловил. Теперь переходим на кренки. И начал я с вот этого кренка. Это дайва пресса. Но крючки здесь отвратительнейшие. Вот за 5 проводок было 2 поклевки. Одного подержал, и он свалился. То сейчас вот еще один заброс. И для себя работа, домашняя работа, замена крючков здесь. Крючки однозначно здесь пойдут под замену. Будут ставиться больше крючки и помощнее. Потому что на дайва пресса получаются крючки очень слабые. Причем поклевки явно головлиные, такие бешеные, с жестким щелчком поклевки, а он не засекается. Соответственно, однозначно нужно будет менять здесь крючки. А перед ним я пробовал поставить джекаловскую, вот эту вот паникро, МРную. Но она, видите, без заводного кольца.
И завести сюда карабинчик вообще не представилось возможным. Адаева Хейс вот в таком белом цвете. Попробуем ее разловить. Здесь вот видите, задний крючок уже поменял, а родной крючочек, видите, насколько он мелкий и очень с тонкой проволоки. Но это все-таки форелевая серия. И для форели-то он, может быть, и сойдет, а вот по головлю эти крючки уж очень тонкие. Так что на Хейзе, если будете приобретать, готовьте сразу же менять крючки. Так, ну попробуем Хейз, потому что расцветочка это тоже очень рабочая. Иногда на белый цвет просто бешено выстреливает. Да, но игра уже более высокочастотная у Хейза в сравнении с Дайв Прессом. Так, ребят, очередная новинка разловлена. Это Смит Мит. А, соскочил. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратно с навываживанием. Вот такой вот красавчик. Нет, это не Смит, это Норрис. Норрис Смит. Здесь, это родные, здесь крючки, видите, какие стояли? Они без бороды. Один из крючков я заменил. Видимо, второй крючок тоже нужно менять. Я поменял, здесь оба без бороды и поставил. И голавлик, пожалуйста, клюет. Но грязи, вот говорю, очень много тянет. На кренке реально меньше поклевка. Вот только поставил рапала. Очередная была поклевка. Злая, хорошая поклевка. Но я ее не подсек рыбку. То есть сегодня все-таки работают больше минохи. На минохе больше поклевок, больше пойманной рыбы. На кренке как-то, видимо, сегодня ему слишком высокочастотная игра абсолютно была не нужна, головлю. А на миношке, пожалуйста, то есть я сейчас еще минут 15-20, наверное, покидаю вот миношки и буду потихонечку собираться. Потому что приманка, на самом деле, мне очень понравилась. Говорю, меня вот просто что удивило, поразило. И то, что 35-й размер и 4 грамма таких... Вот он есть, вот он. Я же говорю, что есть он здесь. Да тут даже, похоже, что-то сегодня, может быть, даже и бигфиш. Не, раз на струе, видимо, сопротивлялся. И вот он, бланк работает. Просто шикарно. Сегодня день минох. Минохи сегодня просто сделали рыбалку. Да, это однозначно бигфиш сегодняшний. Чтобы не упустить, отпущу я фрикциончик. На струе. Гляньте, как бланк работает на нем, а. Да. Это уже ближе грамм так 700-800. И видите, пожалуйста. Опять сработал рапал. То есть ему нужны сегодня маленькие, нечастотные. Не, чтобы невысокочастотная была игра у приманок. Но рапала сегодня просто в фаворитах. Ну, ребят, он ловится, и вот однозначно, не зря, и ловится и ближе к обеду, потому что сейчас уже ближе к 12 часам, то есть я всего 2 часа был на воде, а голавль клюет, и голавль хороший, а? Ну как хороший, не трофейный, но все равно с поклевками, сейчас это прям безумное поклевище было, я просто в щенячьем восторге от этой рыбалки. Ну, кстати, его уже ловили и отпускали, ну вот видите, одна из губ внизу уже разорвана. И это все, убежал. И это, ребят, хорошо. Что здесь ловлю не только я, который ловит, отпускает рыбу. Делайте добро и бросайте ее в воду. Давайте рыбе жизнь. И тогда не только вы будете получать удовольствие от рыбалки, но и ваши дети. Ребят, только поменял приманку, первый заброс. Да, это топ абсолютно у многих. У меня эта приманка появилась только в этом году, ну, после зимы. Рич 46-й, но в исполнении МР, по-моему, он идет. Блин, его прям сразу же была поклевка, причем на сплаве. Не то, когда он начал чиркать по дну, а когда он только сплавлялся, то произошла поклевка. Попробуем доловить, потому что этот мне тоже воблерок не разловлен. Есть, ребят, и рыжик
46-й разловлен, неусловно уже. Не только поклевка была, но вот и рыба сидит. Это хорошая какая-то сопротивляется рыба. Она прям, правда, сейчас на самой струе. Но тем не менее. Вот он, вот он, вот он. Да, голавль. Это не жерешок. Есть. Он боец, боец. Даже вот говорю, маленький голавль, это очень хороший боец. И отпускаем. Все. Пока-пока. Класс, ребят. Ребят, шикарнейшая рыбалка. Ходите на рыбалку. А на этой оптимистической ноте я, скорее всего, все-таки буду завершать рыбалку. Рыбалкой я безумно доволен. Большинство, подавляющее большинство воблеров я разловил. И кренки, и минохи. Минохи все, кренки частично. Да, скажем так, условно, как я называю, разловил. То есть на некоторые кренки были поклевки, я даже подержал рыбку, сами видели, даже подвел ее к себе. Но начинаю выпендриваться, поснимать ее, пофотографировать. Крючки без бороды, рыбка уходит. Но минохи, все, что хотел, я разловил. Рыбалкой я безумно доволен. По поводу бланка. Ну, ребята, я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что тикт есть тикт. Это тикт Айскуб-69Пшка. Он и вяжет рыбу, и бросковость у него шикарная. Бланком я очень доволен. Про тикт, наверное, можно сказать следующее. Не джигом единым жив тикт. То есть ТИК-69П в джиге он мне очень нравится. Но и на головлиной рыбалке этот инструмент вас не разочарует. Реально, бланк очень классный. Ну а затем, ребята, буду прощаться с вами. С вас обязательно подписка, лайк, дизлайк, оставляйте комментарий. А я потихонечку поехал домой готовиться к следующей рыбалке. Всем пока, ребят. Увидимся на воде.